Всем привет! Мы продолжаем играть в Orcs Must Die. Сразу переходим на экран. Что могу сказать? Могу сказать то, что я уже улучшил. Я улучшил отравленные шипы и смоляная ловушка с плюсом. Мне не очень понятно, в чем, собственно, улучшение. Да, тут я понял то, что шипы, они стали отравленными. Но нету нигде вот цифр не написано, что они там наносили 10, а теперь наносят там 15, или как-то, ну, вот так вот. Про смоляную ловушку, то, что замедляло там на 3 секунды, теперь на 7, то есть тоже не ясно. Ну да ладно. Просто я думаю, то, что это основные ловушки, которыми мы пользуемся, поэтому как бы, ну, почему бы их не улучшить, потому что мы их ставим практически везде и всегда. Ну что, беговая аллея, начнем. Так, стражник-лучник. Теперь нам дают такого стражника-лучника. Окей. Атаки орков стали более организованными. Мне это на руку. Люблю, когда враг толпой валит в мясорубку. Я, кстати, вот только заметил то, что сверху нам показывается, кто у нас будет вообще, скажем так, на этом уровне. У нас появился вот Кабальт-бегун. Быстрый враг, несущийся к порталу со всех ног. Потом орк-воин. Глупое животное, целеустремленно рвущееся к порталу. И орк-арбалетчик. Все понятно. Про эту, скажем так, карту, что? Я думаю, что тут нету ничего, с чем можно взаимодействовать. Поэтому мне, например, пояс ветра не надо. Я беру стандартный набор. Это ловушка, шипы, настенная. И возьмем же этого стражника-лучника, который, я думаю, будет нам что-то решать. Я стражника-лучника сразу поставлю вот сюда. Вот так, шестой. Да, вот я так вот его могу его ставить. Да. Я его сразу вот так вот поставлю. Теперь мы начнем расставлять сами ловушки. Я думаю, что лучше начать отсюда и вообще как бы все делать вот туда, потому что оттуда они, конечно, идут, да. Но я вот тут вот ловушки наставлю, и что потом? Они будут идти отсюда, и им ловушки, которые будут стоять вот тут, вот им вообще не помех, по-моему. Ну, поэтому надо как бы... Я застрою этот угол, и так и дальше пойдем. Ну, собственно... Ясно. Так, с первой волной, ну, как обычно, тут все ясно, все понятно. Это вот эти вот мелкие кабальты. Они, кстати, реально мелкие. Монетка упала. Прикольно. Я раньше монетки не видел. Потом эти орки. Тоже. Ничего сложного нету. Тут всего 6 волн, да? Можно их просто сносить, убивать. Все легко. Ладно, что теперь можно достроить тут немножко. Ну, пусть будет просто сюда, вот я не могу, я могу поставить только вот так. Хорошо, пусть будет так. Тут уже появляются эти стрелки. Давай, мы их сейчас будем хедшотить. Хотя это плохая идея, потому что я, если буду медленно стрелять, они просто ко мне все придут и разнесут меня налегке. Пока они вот идут такой толпой, просто мы спамим. То есть тоже это не проблема, их убивают. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. И, кстати, вот я понял одну штуку, то что нежелательно вообще получать от них урон. То есть, ну, урон получать можно, но нежелательно получать его много. Что, в принципе, ну, логично, да? Но я намного больше времени и сил потрачу, если я буду бегать во время волны к порталу и назад, чем я сделаю там 2 шага назад. То есть, как бы тоже понятно. Так, что, откуда? А, вот оттуда теперь бегут. Окей, окей. Раз, два, три. О, и тут теперь стало сложнее, потому что... О, блин, еще вот там они бегут, я их не видел. Вот, эти вот кабальты мелкие, они, блин, падлы очень... неприятные.
Ага, все, у меня есть время. Да, хух, была волна такая. Я просто не ожидал. Что, я думаю, что мне надо поставить еще одного лучника. Это просто по-любому. Я не знаю, конечно, насколько сильно они мне решают, но походу что-то решают. Лучника я ходить, ну, он ходить не может, если он. Я поставлю его, наверное, сюда, вот так вот. Готов. Он стреляет. Готовить приказ. Нет, а что, он как-то неправильно стоит. Вращать. Вот туда, да, вот так вот. Ты должен же стрелять туда. И ты должен стрелять туда. Окей. Что дальше? У меня еще есть немного денег. Тут у нас новая отделка. Вот так вот. Я думаю, что надо немного поставить вот этих вот настенных. Тут я не могу, тогда давай я сюда раз. Блин, мне столько денег дали, у меня такое чувство, то что сейчас будет очень жестко, если мне дали столько денег. Она же будет стрелять. Ага, да, она стреляет только на 3 клетки. Я думал, она будет достреливать аж до туда. Но нет. Только на 3 клетки. Хорошо, хорошо, сюда. И давай, так, ну на всякий случай. А, у меня уже 350 осталось. То есть последняя. Пусть она будет. Так, раз. А, хорошо, я понял. Вот так это будет. Хорошо, все. Выпускаем. Они бегут и оттуда, и оттуда. О, там лучники вот эти долбаные. Я их не люблю. Я их не люблю, они меня кумарят. Так, а там кто? Там не кабель-то, нет? Ну ладно. Главное, чтобы не эти, не мелкие, потому что они вообще. А нет, нет, они тут тоже есть. Они тут тоже есть. А главное им вот тут вот понаделывать дофига неудобностей, скажем так. Так, ближний бой зарешаем немного. Или нет? Походу немного зарешали ближним боем. Все, здорово. Отхиляемся. Отхиляемся. У меня такое чувство, что я опять немного не вложусь во время. Мне вот интересно, вот то время, когда я стою на паузе, ну как бы, оно засчитывается или нет? Ага, только оттуда бегут. Хорошо. Но эти кабальты, они не очень меня напрягают, потому что их убить легко. Они хоть быстрые, хоть такие мелкие, но убиваются они быстро. Тоже легко, без проблем. Меня больше кумарят лучники. Причем, ну, реально кумарят. Уворачиваться от стрел и вообще следить за ними, это мне, я просто это не нравится, мне это кумарит. А еще мне не нравится, что они какие-то желтые, длинные, худые, прям как я, не знаю, не нравится мне себе подобных, я вот не люблю, скажем так. Так, что, ага, вот тут и вот тут я поставлю. На всякий случай. Там же лучник, я думаю, по ним будет. Да, он до них достреливает, так что это замечательно. Еще вот эти идут. Хорошо, пусть идут. Давай. Идите, идите, идите. Ага, их становится очень много. Очень много. Очень много, очень много. Хорошо. Я думаю, что настало время поставить вот сюда, вот так вот. Да. Вот так вот. Здорово. И я думаю, что надо бы поставить еще одного лучника, но это уже последняя волна, и это будет немного неактуально. Я поэтому буду наставлять просто на стенах. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я пропустил мелкого. Он просто тупо пробежал, я его просто не видел. Я его просто не видел. Это нечестно. На последней волне я пропустил одного мелкого, потому что я его не видел. Поэтому я получу 4 черепа. А, вообще 3. Хорошо. Что опять не так? Я не вложился во время. Опять на 16 секунд. И я... Что? Ага, ну и я одного чипочка пропустил.
Окей, хорошо. Я тогда еще раз прохожу. Тоже я это покажу, но уже в ускоренном варианте. Да, будет это все именно. Да блин, я ж не нажал, нет, не продолжить, нет, 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 нет. Ладно, я баррикаду нет, я не буду. Меню компании, да. Мы проходим опять беговая аллея, и я буду уже вот без разговоров, я это все ускорю. Ну окей. Тогда что? Тогда поехали, да? Вот и все, и что, и что, и что, я получил все 5 черепков или нет? Все 5 черепков. Здорово, посмотрим статистику, сколько у меня это заняло время. У меня это заняло 5.14, убито оружием 160, убито ловушками 80, осталось портальных очков 20. Все здорово. И что, что, что? Назад. Меню компании. Значит, следующий уровень у нас будет это эстакада. В принципе, все, да. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и так далее. Всем пока!